отношении трех ковровчан возбудили уголовные дела за участие в секте. Свидетели Иеговы признаны в России экстремистской организацией. Все местные отделения, в том числе и Ковровское, были ликвидированы. Однако, как выяснили сотрудники управления ФСБ и регионального следкома, подозреваемые продолжали распространять идеологию запрещенной организации среди населения, организовывали тайные собрания и участвовали в них. По предварительным данным, мужчины 1952, 69 и 87 года рождения много лет являлись членами местной религиозной организации свидетелей Иеговы в городе Ковров. Решением Верховного суда Российской Федерации, вынесенным в 2017 году и вступившим в законную силу, данная организация и все входившие в ее структуры местные отделения ликвидированы и признаны экстремистскими. Несмотря на это, подозреваемые продолжили участие в деятельности запрещенной организации. Ранее сообщалось о том, что был задержан и осужден руководитель ковровской ячейки свидетелей Иеговы. Указанные же лица активно помогали осуществлению его деятельности, а именно, принимали участие в религиозных собраниях, организовывали по указанию руководителя отдельные элементы собраний, выступали на них, выполняли функции служебных помощников, занимались привлечением новых адептов и пропагандистской работой. В августе 23 года на основании переданных УФСБ России по Владимирской области материалов Следственным управлением Следственного комитета России по Владимирской области в отношении каждого из указанных лиц возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 282.2 Уголовного кодекса Российской Федерации. У подозреваемых проведены обыски, изъяты носители электронной информации, литература и иные объекты. Их будут анализировать эксперты. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Расследование продолжается.